Что? Окей, знаете что? Террария... Как это здорово! Пожалуй, срублю-ка я дерево, ибо я их ненавижу. И вы только гляньте, я уже лучше, чем 16% игроков. Ладно, начнем разведку. Я тут подумала, не сходить ко мне в шахту? Ну, я пойду. Я так-то больше строитель. Пойду-ка я что-нибудь построю. У меня отличный сет, у меня отличный дом, я непобедима. Подозрительный глаз? Ничего ведь, если я... Это ведь не тот самый глаз. Чувствую я, что ночь это будет ужасной. Это вряд ли. А почему ты так говоришь? Словно ужасная ночь. Что мне нужно? Что там мне надо? Что же мне делать? Что же случится? Что считается ужасным? Да кто сказал, что будет ужасно? Как бы просто чужая мысль, это всего лишь мнение. Думаю, оно весьма пессимистичное. Это будет ужасная ночь. Божечки, что случилось? Должно быть, ты пала в славные битвы, могущий боец. Мочишь все эти штуки. И если увижу тебя в эти две минуты еще раз, чек за услуги тебе не понравится. Ошибка наследования, плиз. Ура! Да! А, это было грубо. Отомсти за меня! Ура! Воу, императрица света? Бабочка. Кто призвал меня в такую ра... Позднь. Оу, еще ночь. Я! Ну, ладно. Покажи, чего стоишь. И это все, что может твой хилый мечик? Чё? Эй, чё с ним не так? Ну, думаю, мы никуда не спешим. Что? Он крутой, сияющий. Я бы с выводами не торопилась. Он инопланетный, и он... Драки хочешь? Вообще-то да. Теперь, когда солнце встало, я могу использовать свою силу на полную. Ха! До свидания! Пожалуйста, умри уже! Наконец! Ха-ха-ха!
Дубляж подготовлен командой Senzai Media. Роли озвучили Мяска, Фрутипака, Мяусинка, Масес. Звукорежиссер Димасик. Композитор Ресебер. Большое спасибо за просмотр!